И наконец-таки вот остановимся на Юрии Проценко. Здравствуйте. А вы не могли бы все-таки объяснить, что делать, если полевой паразит уже обнаружен? Я ему написал «Голод и молитва». Он ответил. Но в свое время я прошел через ряд длительных голоданий, стало еще хуже, еле откачали. Во-первых, когда вот такой разговор начинается, он, естественно, должен быть с человеком, а не написано. Вот так просто написано и все. Как это проявляется? Первое, как это проявляется? Важно понимать, как это проявляется. Как себя обнаруживает полевой паразит? Потому что они все могут по-разному. Далее, а с чего это все началось? Вот не было его, не было, потом только трах-бах, и появился паразит, и начал крутить мозг, выносить, и так далее. Там. С чего началось? И уже когда ты начинаешь, понимать, с чего это началось, то ли человек там по любопытству что-то там начал делать, заниматься некими вещами, то ли еще что-то, то ли ему сделали, и так далее, и так далее, и так далее. Уже как-то вырисовывается, что надо бы применять для того, чтобы от этого избавиться. Методик огромное количество, но все эти методики надо понимать, как применять. Далее, как человек голодал, как он голодал, почему его там откачали, как он голодал, я не знаю. Потому что многие говорят, я голодал. И там, допустим, ничего не получил, а сам он там, допустим, считает, что можно пить компоты во время голода, что можно там есть, там, допустим, фрукты там, что это не голод, это фруктовый голод, это голод на отварах и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все что угодно можно сказать. То есть, я лично не понимаю, что, что и как просто есть паразит, и как от него избавиться? Вот я задал целую кучу вопросов, которые уже помогают разобраться, откуда растут ноги и как с этим можно бороться. А не зная это все, знаете, вот просто-напросто он мне написал, я вам сказал, и на этом мы и закончили. Здорово, Акчара, кончили с праздником. Богатырь, ты что ли, мамы, привет, будь здорово.